Привет, дорогие друзья! Сегодня компания GSM вновь представляет вам очень интересный видеообзор. И как вы уже видите, у нас такие классные модельки находятся на нашем обзорном столе. И сегодня мы о них поговорим. Но это не просто игрушки, это не просто машинки, и даже это не просто декоративные модели. Это машинки с функцией музыки, с функцией радио, с функцией будильника даже. То, что мы с вами сейчас и посмотрим. И называются они Mini Car Speaker. Ну что, посмотрим. Итак, на примере этой модели в виде Audi мы с вами посмотрим, на что они способны. Ну, в принципе, по внешности они вот разные. Есть белые, красные цвета, желтые, синие, черные. Вот, и даже разных марок. Я думаю, любители машин, вы уже выберете себе сами, какие вам больше нравятся. Вот, колесики у них крутятся, как у настоящих игрушек. Вот, все мы видим, да? Но давайте к функциям их подойдем. Здесь у нас пульт управления на багажнике находится. В принципе, у всех машинок так же самое. Здесь у нас есть кнопочка сеть, то есть включение колоночки, ну и также play, пауза. Здесь вот левее у нас кнопочка M, это меню. С помощью меню мы можем выбирать разные функции в нашей колонке. И две клавиши, они отвечают за перелистывание каналов в радио и либо треков. Вот. Также здесь ниже мы видим три интерфейса. Вот, левый это у нас для карточки microSD, потом у нас USB, и далее идет у нас вход, он у нас отвечает за подключение кабеля для того, чтобы автомобиль можно было заряжать, вернее колоночку, здесь вот у нас аккумулятор стоит, вот видите, да, и также у нас вот динамики, вот, и он отвечает для того, чтобы заряжать, и подключать его к внешним источникам, чтобы его использовать как внешнюю колонку для тех же смартфонов, телефонов и других проигрывателей. Ну что, давайте включим, посмотрим, что он нам представит. Давайте нажимаем кнопочку. Я думаю, вы услышали, насколько внушительные басы, низкие частоты эта колоночка выдала. Вот, и я на самом деле получил такое удовольствие, что она не дребезжала просто там, как обычные, да, бывают, некачественные колонки. Вот, что мы тут давайте полистаем. Но если мы будем тут листать, то мы видим тут будильник, вот сейчас моргает, я не знаю, на камере вам видно или нет. Далее у нас включение-выключение. Так, часы. На меню нажимаем. Добрые и душевные песни каждое утро на дорожном радио. Что очень удобно, мы на заднем стекле, да, у машинки, мы видим меню, с помощью которого мы можем управлять данной колоночкой. Здесь видно, как у нас управляется громкостью с помощью вот этих клавиш. Вот я нажал, это меньше громкость. Сюда нажимаю, это у нас громкость больше. Здесь вы видите, у нас горят фары. Ну так, для красоты, я думаю, это очень, ну, так, интересно смотрится. Ну давайте попробуем мы сейчас поставить в нее SD-карточку и как она играет с SD-карточки. Вот, мы включили карточку, и она уже играет. Посмотрим, как звук производится с нее. Okay.
Ну, на самом деле, звук очень классный. На самом деле, басы, здесь эти колонки, они просто выдают отличные басы, отличный звук. Конечно, у них функция такая, что идет вниз, и оттуда идет отражение звука, но даже этого достаточно для того, чтобы просто получить хорошее наслаждение от прослушиваемой музыки. Поэтому будем рады вас видеть на нашем сайте GSM22, в гостях у нас в магазине. Приобретайте эти спикеры и получайте наслаждение от прослушивания вашей любимой музыки. На этом мы с вами заканчиваем с этим обзором, но увидимся с вами в следующих обзорах. До встречи!